Прежде всего, я хотел бы предложить мои смиренные дандават пранама лотосанстапа моему духовному учителю, у Виштупада Прамаханса Праджакачарья Варья Штатара Шаташи Шимадотила Шируба Ситханта Госвами Махараджу и также моему Шикше и Саньяс Гуру. О, Вишнупада Парамаханса Праджакачарья Варья Штатара Шаташи Шимадотила Шилнарайна Госвами Махараджу, мои дандават пранамы лотосным стопам всем вайшнавам и вайшнаве, которые собрались для того, чтобы участвовать в Харикатхе. Мы продолжаем обсуждение о Капиладеве, которую он даровал своей матери Девахуте. Где он подчеркивает важность совершения намасанкиртана. И когда душа достигает достаточной квалификации, чтобы повторять святое имя, все греховные реакции, сам грех, семя греха и желания греховные, они все разрушаются с корнем. И даже эти грехи, которые он совершил, и те, которые находятся как бы в зачаточном состоянии, они все совершенно покидают тело, сердце, как о том, как Даши Читания Махапрабху. Санатана Госвами пришел, и вот в таком смиренном состоянии спросил Читания Махапрабху, зажав соломинку в зубах, он сказал, я самый низкий, я общался с мусульманским правительством, я совершенно недостойный. Что Читания Махапрабху сказал? Не говори такое, ты являешься более возвышеннее, чем все живые существа, потому что твои уста постоянно переполнены сладчайшими именами Господа. Шри Чайтанья Махапрабху подчеркивает, ты даже более возвышенный, чем Браман, самый высокорожденный Браман. Тот, кто провозглашает славу святого имени, он не может быть обычной личностью. Он находится в особом уважении и почтении для всех окружающих. Поэтому тот, у кого нет преданности его тела, оно совершенно бесполезно. Но тот, кто проповедует Бхагават Бхакти, все аскезы, все это совершенно по сравнению с тот, кто совершает аскезы и так далее, это просто как украшение тела, мертвого тела. Но тот, кто становится на путь Бхагавада Бхакти,
знаете, он в действительности обретает наивысший смысл человеческой формы жизни. Вы знаете, и так все сравнивается украшение мертвого тела. Когда мертвое тело, которое украшают, одевают, сандаловые пасы и так далее, ну какой смысл украшать мертвое тело? Поэтому тот, кто не стоит на пути преданности, здесь сравнивается с украшением этого мертвого тела, которое не имеет никакой уже пользы. На истории Шабари, которая обрела чистую любовь Господу Шираму. В этой шлоке превозглашается тот, кто обретает очень большую любовь и влечение к служению Господу, у него нет ничего более важного нет в жизни. И вся его жизнь, она освящена светом служения. И полубоги, они также одновременно уже проявляются в теле этого чистого вайшнава. Тот, который служит Хари Гуру вайшнавам, он уже обладает всеми, как вот Парамахамса Прабху, я не знаю, кто это, когда он повествовал Харикатху, он имел такой трансцендентный вкус рассказывать Харикатху. Во время Вриндавана Парикрамы. Он, может быть, и не обладает большими знаниями, но он очень как бы привязан к повествованию о Господе. И многие, даже ночью, иногда даже в 4 часа утра прежде, он рассказывает. Рассказывает также о преданном, который живет в Рупа Санатана Гаудиамадхи, зовут его Парамананда Прабху. И он уже 2 часа встает ночью, и даже тилок не наложив ничего, он уже бежит на Ямуну, где принимает омовение, и повторяет святые имена. Вот в таком чистосердечном сердце все качества божественные проявляются сами по себе. И самое главное качество, которое является Сварупа Лакшаном, качеством чистого преданного, которое является Кришна Экашаранам, это постоянное желание служения Господу, то тогда остальные качества также проявляются сами по себе. Тот, кто имеет чистое желание служения Господу, автоматически, совершенно спонтанно все греховные реакции, которые как шлейф тянутся за нами в течение очень многих воплощений, они разрушаются. Слава Бхакти заключается в том, она где в Капиладева Самват, вот где Капиладев, он подчеркивает славу Саду Санги и повторение Нама Санкиртана, далее прославляет. Как Сати, самая младшая дочь Праджапати, она вышла замуж за Шиваджи. Но Шиваджи, он сам по себе очень аскетичный и отреченный. Но его как бы насильно он был должен был жениться. И таким образом Шиваджи, который является предводителем всех, и нет более величайшего вайшнава, чем Шиваджи,
он все терпел. Как Шанкарджи, он является в действительности духовным учителем для всех. От Шиваджи пришла Вишну Сампрадая, которая... Вишну с вами Сампрадая, вы знаете. И сам Шиваджи, который является источником всех хороших качеств. И это Шанкар, который всегда находится в миролюбивом состоянии, очень простодушен. И также он полностью переполнен преданной любовью в служении Господа. И Сати... Как вы знаете о том же, когда Санкаршан, он пришел в форме Хануманы, чтобы служить Господу. И также чтобы служить Господу. И он совершал удивительное служение Господу Шри Рама. Когда Кришна также принял форму Гопешвара Махадева, и нет такого деяния, где бы не был задействован Господь Шива Камешвар Махадев, Гопешвар Махадев, Бутешвар Махадев Мадхури, Расешвар Махадев, Рангешвары и далее. Везде мы можем видеть Святой Дхаме, такой как Вриндаван, на Говардхане, и также в Мадхуре, и в других местах. Когда Шри Чайтанья Махапрабху совершал свои лилы, он стал Адвейта Ачарья. Он пришел в образе Адвейта Ачарья, чтобы участвовать в Гора Лиле Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому Адвейта Ачарья, он является одним из главных причин снисхождения Чайтанья Махапрабху в этот материальный мир. Это одна из сварупа лакшина, главная причина снисхождения Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому Господь Шанкарадев, он обладает совершеннейшим, ничем не сравнимым служением Господу. Шанкар же, он погружался в самадхи, он в течение калпы, он находился в самадхи, Пуджапачедармах, и он был полностью погружен в медитацию на лотосные стопы Господа. Вопрос возникает в чем? Почему же Шанкара вдруг разгневал Дакшу? Дакшу. В чем же заключение? Когда Дакша то есть он обладал своим сердцем вот этой хридрогой, которая находилась в его сердце, таком как зависть, зол, как вот эти хридрога, и также четыре принципа, которые являются большим противостоянием для совершения баджана. То есть это тот очень красив, очень образован, очень богат и
И тот, кто родился в высокой кастной семье, это является четырьмя препятствиями для того, чтобы обрести ни с чем несравненное желание служения Господу. Поэтому тот, кто совершенно простодушен, качество важного – это простота, искренность. И тогда очень легко служить. Почему? Потому что эти четыре принципа, они увеличивают гордыню, что является вашим препятствием. Как Шрила Вамана Госвами Махарадж, который являлся ачарьем, он посылал своих учеников к Чинараяна Госвами Махараджу. А когда Чинараяна Госвами Махарадж, он не давал в то время дикшу инициации. Но Шрила Вамана Госвами Махарадж, он обладал такими качествами смирения. И также мой Шикша Гуру Шинарайна Госвами Махарадж, когда Шиваджи пришел к тому Праджапати, Кумбамела, вы знаете, все полубоги появляются, и также он также появляется. И когда в это время Дакша он готовился к яге, поэтому Праджапати, являясь сыном Брамаджи, поэтому он и считал, что Шиваджи, он не заслуживает такого уважения и почета, и поэтому, когда Шиваджи пришел, он его не поприветствовал и не пригласил. Но и поэтому и он его внутренне оскорблял, не выражая уважения. И Шиваджи, он был на самом деле действительности является тем, кто очень могущественным, потому что он также участвует не только, он участвует в разрушении твоей материальной вселенной, он могуществен очень, но из-за того, что Дакша, он не предложил, не встал и не предложил свое уважение, почтение к Шиваджи, здесь объясняется, почему это, когда происходит оскорбление чистого вайшнава, как, например, на уровне Махабхагавата вайшнава. Шиваджи, он также, являясь Махабхагавата вайшнавом. Господь Шиваджи увидел, что также совершенно находится в опьянении своего собственного. Дакша означает, это тот, кто очень искусен. Это тот, кто отвечает за население, популяцию этой вселенной. Но
который совершенно далек от и не выразил ему почтение и уважение. И затем Господь Шива же, он вошел в самадхи. И находясь в этом трансе, он не обратил особого внимания этого дакши. Но вы знаете, когда корень питается, таким образом поливается корень дерева, дерево получает все необходимое питание. Поэтому, совершая бхакти Господу Шри Кришне, все полубоги также обретают одновременное питание. Точно так же, если вы принимаете пищу с помощью того, что она попадает в желудок, постепенно она перерабатывается и является питанием для всех органов. Это не нужно для этого каждый орган отдельно питать. Точно так же. Когда правильным образом поливается корень дерева, каждый листочек, каждый цветочек, веточка дерева, они полностью удовлетворены. Поэтому, совершая баджан Кришне, все полубоги естественным образом удовлетворены, потому что они все являются зависимыми от воли Господа. И также они желают служить Ему. И поэтому, служа и также далее на этом примере, поклоняясь Верховной Личности Бога Шри Кришне, все полубоги автоматически становятся удовлетворенными. Нет ничего такого, чтобы раздельно каждому из них поклоняться. Вчера мы слушали о ништхе, которые обладают те, которые желают служить Господу. Но даже полубоги, они могут достигнуть того, что может достигнуть чистый преданный, который обладает ништхой, как Дропади, которую хотели раздеть в этот самый момент. Там находились пятеро пандавов в этом собрании. А Душасана, он взял Дропади. И в этот момент, когда она увидела, что он хочет обесчистить ее, она начала звать своих... Она все величайшие личности пандавы, они присутствовали на собрании, и она верила в их защиту и поддержку. Они были очень искусны военно, обладали военным искусством и большими добродетелями. Но в этот момент Драупади
Дропади, она в действительности реализовала, что в этот самый момент никто не может ей помочь. И поэтому она подняла руки и начала звать. Почему? Потому что, являясь совершенно целомудренной женщиной, она всегда считала, что она находится под защитой величайших личностей, так как которыми являлись пятеро пандаван. Но Шри Кришна в действительности, наконец, когда случилось это неприятное событие, в которое находилась Дропади, она также вначале она пыталась сама защититься. До этого она пыталась руками удержать сари. Но в этот момент, и уже когда она поняла, что ничего ей не мог, никто не может ей помочь, в конце концов она адресовала свою молитву к своим мужьям. А затем, когда все-таки она подняла руку в полном настроении Шаранагати Кришне, что у нее в этот момент никого не было, кто в действительности являлся истинным защитником для нее, только Шри Кришна. Почему Драупади? Почему этот Дакша время Кумбха Мелы он не оказал почтения Шиваджи? И это как раз именно связано с тем, что когда происходит недостаточное понимание возвышенного положения того, кто обладает чистой преданностью Шилышного Качатарвадикатура, в этом объяснении к этой шлоке дает более детальное объяснение, которое то есть, ну, опять же, на этой истории с Дакши, которая совершила оскорбление и непочтение, и возвращаясь к шлоке Шримад Бхагаватам. Подобно те, которые во Вриндаване можно видеть, многие, которые одеты в шафрановую одежду. Которые не являются на самом деле святыми, точно так же в этой истории с Дакшей, который в действительности, хотя и занимал это положение, но он не обладал качествами истинного преданного Господа, который не оказал уважения чистому преданному, считая его обычной личностью.
И также он считал, что каким образом Брамаджи, он как бы насильно заставил меня, чтобы я выдал свою дочь за этого Шиваджи, которого нет даже одежды. Он постоянно находится где-то рядом с крематорием, и он растирает этот прах с крематория, он растирает по своему телу. И из чего сделана его гирлянда? Я отдал ему свою дочь. Поэтому если бы Брахма, он не заставил меня это сделать насильно, я бы ни за что так не поступил. И продолжая размышлять таким образом, Дакша, он испытывал очень непривязанность такую к Шиваджи. И он, обращаясь к своему отцу Брахме, потому что он считался с этим мнением, что если Брамаджи, мой отец, насильно заставил меня выдать замуж мою дочь, я бы ни за что бы это не сделал. Таким образом, он также проявил неуважение к Брахме. И далее Шрила Прабхупада, он подчеркивает комментарий к этому стиху, более детально объясняя. Тот, кто имеет очень много камы, вожделения материального в этом мире, он сможет даже обрести бхакти по милости Шиваджи. Почему? Потому что его очень легко умилостливать. Иногда он совершенно обнаженный, подняв руки, он танцует в экстатическом танце любви. Иногда он скрикивает, когда Шиша Кадев Госвами цитировал прекрасные стихи из Шримад Бхагаватам. Иногда он также входил в это экстатическое состояние, повторяя эти особые шлоки. Как Махабхагават Вайшнав, иногда он просто смеется, и кажется, это беспричина. Иногда он горько плачет. Почему? Потому что в этот момент он видит прекрасные игры в своем сердце. Иногда он плачет, а иногда, испытывая невыносимую разлуку, когда он созерцает эти деяния Кришны, когда он расстается и со своими чистыми преданными и плачет в разлуке, он также начинает переживать эту разлуку. Почему? Потому что вот это то, что покрывает себя Шиваджи, это в действительности является его состоянием, состоянием премы. Как Шрила Вишнава Чакравати Такур объясняет, что саду, который, может быть, и не имеет никакой одежды, саду, если он покроет, например, свое тело, пеплом и так далее. Но на самом деле это в материальном мире не является таким важным. Важное не аскезы совершать, а повторять святые имена Господа. Но Шиваджи, он является олицетворением чистого преданного. Который даже и внешне, и внутренне, он выглядит совершенно отреченным от всего материального. Поэтому на нем нет никакой одежды.
И те цветы, которые ему предлагают, они не имеют никакого запаха. Они особые, эти цветы, потому что Шиваджи ничего не хочет для себя. Он хочет, чтобы все ароматные цветы этого мира предлагали его возлюбленному Господу. Это особое настроение Махабхагават преданного. Вы знаете, на ночь некоторые накладывают на себя там всякие кремы, увлажняющие и так далее. Но Господь Шиваджи, являясь Махабхагавата, он также накладывает на себя. Но что он накладывает? Он накладывает этот пепел, таким образом он показывает это материальное мире, что все тщетно и временно, и все это в конце концов разрушается. И вот этот пепел, который из крематория, он является как это, олицетворением того, что является этим материальным телом, что это временное и бесполезное, и что это в конце концов становится совершенно ничем и совершенно ненужным. Эта телесная концепция, она не является важной. Почему? Что является вечным? И вот таким образом Шиваджи показывает, что является вечным. Это вечное сознание души. И таким образом он показывает также, к чему мы должны стремиться. И также его окружают привидения разные, там вот эти духи, которые полностью отвергнуты всеми существами этого материального мира, они находят приют у лотосных стоп Шиваджи. Насколько он сострадателен и великодушен, который никогда никого не различает. Иши Шимад Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада цитирует эту шлоку, которая представляет Бхагават Вайшнава, истинного преданного, который является олицетворением великодушия и сострадания. И на этой истории, связанной с Дакшей и Шиваджи, превозносится слава его чистого преданного.